по факту разбойного нападения сотрудниками уголовного розыска МУВД России Якутская установлены и задержаны 21-летний и 22-летний ранее несудимые уроженцы города Якутска. Возбуждено уголовное дело. Полиция! Все, все, стоим! А что с тобой? Стоим! Успокойтесь. На что задержаны? Не знаю. Руки! Руки за спину. За что задержан? За вооруженное ограбление. Где? Магазин в Мархе, Брусничка. Содеянно раскаиваюсь? Полностью раскаиваюсь. Признаю вину полностью.